Мы находимся на поле общества с ограниченной ответственностью «Тула-Маш-Агро». Это предприятие первым приступило к выполнению весенне-полевых работ. Проведена подкормка озимых на площади более 7 тысяч гектар, подготовлена забронирована площадь свыше 6 тысяч гектар, и в настоящий момент ведется подготовка подсев почвы и сев, вот мы присутствуем, ведется сев ячменя. На сегодняшний день сев в этом предприятии проведен уже практически на площади 50%, свыше 2800 гектар. В ближайшие дни, в зависимости от погоды, это предприятие должно закончить проведение весенне-полевых работ и весенний сев. К сожалению, погодные условия не позволяют организованно вести полевые работы, весенний сев в целом по предприятиям агропромышленного комплекса нашего городского округа. К сожалению, пока вот по датам на сегодняшний день посеяно свыше 36% площадей. Хотя полевые работы, как я уже ранее говорил, начались 23 марта, но они затягиваются. И с наступлением благоприятной погоды надеемся, что полевые работы, темпы полевых работ увеличатся.